Твет. Севенс. Фьючеринг Лора. Севенс же, да? Я думаю, что да. Фьючеринг Лора. Лора Собак. 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 Продюсер бы ответ. Да. Смотрим, что это такое. Let's go. Голосование было, конечно же, здесь. Участник Hella Hills здесь. Бэм. Очень громкий снэр. Надеюсь, капа будет достаточно громкая, чтобы ее моего. Сегодня день был без сна. Тысяча огней, зеленый город, словно блеск. Как порою местно грамотнее обойти стороной. Часа полночи ноль, а я уже у подъезда. Я не ищу любви, скорее от нее прячусь. Поставил половину сердца, она дала сдачи. Я бы съел тебя как начис, но не наблюдая сон. На пятой передаче под автотюновый голос. Дай у меня не по душе. Если мы разобьемся, кому-то из нас будет лучше. Давай обсудим днем все, когда поднимется солнце. Я не обещаю. Давай закончим это быстро. Мы летим по песне. Там, где можно страшно и интересно. Я не скажу стоп. Не веди, не вези меня. Прижимаю мысли, я хочу с тобой. Там, где можно страшно и интересно. Я не скажу стоп. Очень похож, очень похож куплет, очень похож. Даже вот здесь, да, ускорение в этих двух строках. Очень ровный трек, очень техничный, но ровный. Не разнообразил, вот второй четверкой здесь, да. Как-то очень ровно, очень похоже. Куплеты таким образом прям сильно пересекаются. Заебал, снэр вообще жестко просто. Нормально, ровно, технично. Одинаково. Второй куплет не дает развития. Какого-то... Ну вот есть тут в аутро, да, немножечко у нас какого-то изюма интересного. То есть там, где можно 100, страшно интересно. Я скажу, что вот тут разнообразие нормальное. Припевчик неплохой. Припевчик неплохой. Куплеты чуть-чуть поддушили на самом деле. Очень точно идет ответ, что касается техники реализации, жестко вообще. Тут где-то в моменте маленькая неточность была, но повторение ритмик это как будто слишком жестко. Сейчас. На пятой передаче под автотюновой ищу любви. Скорее от нее прячусь. Поставил половину сердца, она дала сдачи. Город так ярко светит, но свет и повесит в окна. Ты хочешь снова напиться, в груди съедает бездна. И все как будто мне снится, но я второй день без сна. Гений собрать из пепла. Ты под автотюновый голос, а у меня не по душе. Если мы разобьемся, кому-то из нас будет лучше. Давай обсудим днем все, когда поднимется солнце. Я не обещаю искренне, но уже сшу. Давай закончим это быстро. Мы летим по песне, там где можно остров. Скучновато бит. Они считают очень ровно и скучноватый бит, ровный бит. С очень такой задранной... С задранным снейром, да. Не знаю, что там. Суховатый, короче, он. Вот он как будто только под цвета. Здесь что-то, тут продолжение банкета, да. Не знаю, норм, просто норм. Не знаю, оценивали ли ребята здесь этот трек.
да. А цель на сайте уже есть, если что, на сайте. Вот сюда вы всегда можете пройти. rizzatvorchesto.com и посмотреть, да? Вот сюда, да? Ну, я пока не буду нажимать. Вы, конечно, можете, да, вот так сделать. Бам! Нажмете, да, и вот вам выйдет все, и карточка ответа выйдет, и оценочка, что думают зрители по этому поводу, наши подписчики. Давайте послушаем еще разок, оценим этот трек. Нормально, нормально. Технически хорошо. То есть тут либо надо разноображивать жестко, да, по реализации эту однотипную драмку. Ну жестко же бьет, ну слишком, нет? Сегодня день был без сна. Тысяча, где зеленый город, словно пресс. Как порою местно грамотнее. Сильно забивает, даже капу нет. Я что-то не слышу, да? Не то слышу, точнее, или что? Ну еще последний. Сегодня день был без сна. Тысяча, где зеленый город, словно пресс. Как порою местно грамотнее обойти стороной. Но часа полночи ноль, да я уже у подъезда. Я не ищу любви, скорее от нее прячусь. Поставил половину сердца, она дала сдачи. Я бы съел тебя как начис, но не наблюдаю сон. На пятой передаче под автотюновый голос. Дай у меня не по душе. Если мы разобьемся, там утай, нам будет лучше. Давай обсудим днем все, когда поднимется солнце. Я не обещаю искренне, но уже сшу. Давай закончим это быстро. Жесть, как похож, вообще нереально. Просто жесть. Инструментал задушил ответ. Рокет 100, ответ 200, сквозь баб 300. Неплохо, бро, неплохо. Ну пусть играет, поставим. Блики летают в стеклах, и если мы разобьемся, будет пусто среди осколков. Не знал, куда нам ехать, тут некуда ехать. Долго и город так ярко светит, но свет и повесит в окна. Ты хочешь снова напиться, в груди съедает бездна. И все как будто мне снится, но я дороден без сна. Гений собрать из пепла, огонь нашей любви с ней. Она уже раздета, давай закончим это быстро, быстро. Технически хорошо, разнообразие тоже нормальное. В куплете, в припеве, в первом куплете более-менее норм. Когда начинается второй куплет, мы такие, о, мы это слушали. Бит не дает тоже, да, нам как-то пройтись по эмоциям. Припев хорошо сделали, разнообразный. Девушка тоже сделала нормально. Местами ровно, местами, ну, 8, да, типа 8, может быть 9. Не знаю, но в любом случае меньше тут не поставить. Реально, довольно сильно все. Тех куплетов просто мимо ушей пролетает. Ну да. DramX. Ничего, бро, отлично все. Смотрим работы, да. Индивидуальность, харизма. Вот не знаю, вот как будто 9 надо ставить. Но слишком ровно, блин. Там-пам-там-там-там. На музыке этой... Не смог я прочувствовать, короче, больше восьмерки, да, честно, не смог. 4. Просто потому что, ну, критерии хорошие. По тексту хорошо сказано. Здесь ритм, все норм. То есть песня крепкая. Ну, вот субъективно я бы 3 поставил. Честно, вот прям вот здесь было бы для меня 3 балла. Но за счет того, что она все-таки, ну, действительно, она имеет свой вайб, она погружает и в припев, окей, пусть будет 4 балла. 62. Ей. Как-то так. Он был прав, Type-C завезли в айфоны новые. Да.
Really? Что там, презентация, да, идет? 15-го айфона? Интересно. Снипет там вроде норм. Здесь, да? Давай глянем. Или нет? Нет. Это не снипет, это лирикал видео, да? Сегодня день был без сна. Тысяча где зеленый город, словно пресс. Как порою местно грамотнее обойти стороной. Два часа полночи ноль, а я уже у подъезда. Я не ищу любви, скорее от нее прячусь. Ну такой, короче, это лирик видео. Ну да, я помню, что это не снипет, я жду, пока Дмитрий Холод сбросит ссылочку. Ну еще последний. Сегодня день был без сна. Тысяча где зеленый город, словно пресс. Как порою местно грамотнее обойти стороной. Два часа полночи ноль, да я уже у подъезда. Я не ищу любви, мне и с собой тесно. Ты же сама знаешь, что хотела только секса. И твой красивый взгляд стреляет мимо сердца. Тут можно 60, но я выжимаю 200. Ничего, типа скорость, динамика, да, вот этого шарика, так сказать, света летящего. Угу. Ну, дает разнообразие картинка. Дает разнообразие картинка. С картинкой получше. С картинкой получше. Что там сегодня грустно? Да не, бро, все нормально, пытаюсь вникнуть в треки. Бля, я уже второе твое сообщение, да, замечаю и прочитываю. И дислокация прикольная, да? Да, здесь кто-нибудь есть? Нет, никого нет. Так, ну, в общем, вот так вот, да? В общем, вот так вот. Как-то так, друзья. Так, что там по поводу оценки, да? Что думают люди по этому поводу на сайте, да? Что они думают по этому поводу? 59, 68, 62. А, ну, ясно, примерно так они и думают. Да? Техника на уровне куплетом одного раза задушил, припев интересный. Да, кратко, но по делу. Отличный трек. Все парты хороши, красивые, привет, Лоры. Ответ все фирменный, мы знаем, что тема. Спасибо. Севенза, или может он сеанс? О, хуяси. К сожалению, не знаком с этим артистом, но первое впечатление хорошее. Абсолютно не согласен с тем, что... С теми, кто считает бит однообразным и монотонным. Так, как по мне, инструментал дает разнообразие на протяжении всего трека. Ямки и переходики, не дающие заскучать, ненавязчивые эмбиенты, синты, периодически звучащие где-то на фоне и создающие обволакивающую атмосферу. И, конечно, концовка, приятно завершающая композицию. Серьезно, серьезное заявление. Супер. Имеет место быть. Приятно завершающий. Твердишь опять за вайп, кайфанул, добавил в плейлист, чтобы кайфануть еще раз. А еще есть неплохой снятый снипет, хотелось бы видеть полноценный клип, ведь ответа не так много, почти нет вообще. Спасибо, дружище, очень хороший отзыв. Не так много, да, у тебя рецензий? Для меня является лучшим с альбома. Этот трек и God's Milk для меня является разнообразным по структуре. Флоу бьется на бит красивым сэмплом. Круто, что позволяет находить такие hidden gems, спрятанные камни. Да, 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 да. Успехов артиста дальнейшего развития творчества. Да, вот из чего имеете в виду, да? Очень прикольный трек. «Псу о любви не говори». Белл Джи. Заказ был, да. Очень неплохой заказ, реально. Угу. Спасибо, бро. Для молодых перспективных артистов. Да, кто коммерчески хороший. Как его забыть, просто отпусти. Да. В принципе, это я ждал, да, необыкновенно дистрируйте конструктивную серьезность Оксимирона. Деконструкцию. Это такая игра в славу КПСС, точнее, Валентина Дядьку или того же Моргенштерна, но хоть Алишер много дурачил в своем дисе. Посерьезнее неплохим скальжи решил сделать этот секундомерный кринжевую работу. Будет, а смотрите, как не плевать на него. Но это очевидно, раз уж выбрал делать ответку вместо игнора, то он не будет играть по правилам Мирона. Сочинить сложный текст, куча отсылок, подколов и прочее. Это моментальный проигрыш в глазах аудитории с обеих сторон. Ярые фанаты Мирона посмеются с попытки тягаться в сложных гиксах с их кумиром, а фанаты Скали просто не поймут, зачем он в это полез. Неплохо.
Раз уж он выбрал делать ответку вместо игнора, то он не будет играть по правилам Мирона. Сочинять сложный текст с кучей отсылок, подколов и прочего – это моментальный проигрыш в глазах аудитории с обеих сторон. Фанаты Мирона посмеются с попытки тягаться в сложных диссах с их кумиром, а фанаты Скали просто не поймут, зачем он это полез. Это хорошая мысль. Очень хорошая мысль. Но как будто бы он умеет острее, да? Но я не отрицаю, что Скали в состоянии написать качественную ответку. Бля, мне нравится, как ты пишешь, бро. Просто ему это не надо. В целом сказать, что ничего по работе, я думаю, очень быстро ее существование забудут. Кто победил в этой небольшой диссовой схватке, решит каждый сам для себя. Уверен, найдется немало количества людей, вставших на сторону Скали. Насчет облоги, нарядился, как ей, сфоткался на фоне храма Василия Блаженного. Даня претендует на русского Канье Уэста. Надеюсь, мне просто показалось. Хорош, бро, хорош. Продолжай. Сообразное напоминание, все спустя полтора года творческого молчания, считая появление релиза других приветствий уже. Ладно, 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 окей, окей, окей. Скажем, женщина, целом, вождение. Спасибо, бро, спасибо. Интересно, интересно. Салпрух. Чидора. Очень крутой релиз. Спасибо, ребята, спасибо. Зависаю на сайте, да, я зависаю на сайте, короче, постоянно. Флом погрузился, да пиздец. Все, спасибо, ребят. Спасибо в любом случае тем, кто пишет на сайте. Спасибо вам за качество. Спасибо всем новым сегодня ребятам, да, кто появился у нас сверху за август.